Всем привет, мои хорошие. Сегодня у нас воскресное утро, и обычно, как обычно, по традиции мы должны были поехать на завтрак, но наш папа простужен, и мне стало его жаль, не стала его нагружать. Да еще и дети уснули. Видите, как вот прямо в течение обстоятельств дети почувствовали, что папу надо пожалеть, и после завтрака заснули. Спят наши лопатуськи. И сейчас мы с Зули будем завтракать. Я надеюсь, никто не проснется. Папу позвали, но он пока не хочет, отдыхает. Завтрак у нас обычный. Обычный турецкий завтрак. Вот. Чай. Зулина коронная яичница. Зелень, руккола, помидорчики черри, оливки два вида. Варенье из апельсиновых корочек. Мед. Копченый сыр вот. Это тоже сыр круглый, малосольный. Это соленый сыр. Ну и все. И каймак, конечно же. У нас королева турецкого завтрака это каймак. Мы без него никак. Все. Ну и хлеб. Хлеб, конечно. Без хлеба тоже никуда. И по мне вот крошки хлеба тоже бегают. Фатима голодная. Ладно, мои хорошие. Пока-пока всем. Закрываемся. Итак, нашего простуженного папу я отправила все-таки в хамам, чтобы он чуть попарился, и ему стало легче. 5 лет я с ним живу, почти 5 лет, и вот все вот это время, как чуть-чуть на улице прохладное время года наступает, он сразу болеет. Он даже летом болеет у нас. Вот. И хоть он принимает препараты, хоть не принимает, все равно он болеет одинаково. Вот, отправили в хамам папу. 3 или 4 часа я побыла в роли клоуна и лошадки. И теперь мои дети уснули в течение 10 минут. Бутылочка молока, точнее смеси. И вот результат. Вон они. Сейчас они хорошо, крепко спят. Потому что я их замучила играми. Но Зехра проснется быстро. Она долго не будет спать. Я знаю точно. Максимум час, если она поспит, это хорошо. Асланчик будет спать дольше. Всегда так. Асланчик всегда спит больше, чем Зехрашка. Я за это время, наверное, все-таки успею выпить чай. Детский сон и мама с чаем. Это, наверное, неразделимое. Наведу порядок. Здесь у нас все разбросано, видите, да, игрушки. Все разбросали. И попью чаю. Сегодня Зулечка готовит куриные ножки. Вкусные. Я думаю, что будет очень вкусно. Так что вечером нас ждет вкусный ужин. Всем привет, мои хорошие. Сегодня, как я и говорила, Зулечка готовит вкусный ужин, я решила показать. Оказывается, это чахохбили. Били-били, добили или не добили, не знаю, но выглядит аппетитно. Куриные ножки. И решила она отдельно запечь нам картошку. Ау! Там не только картошка. А, да, там еще овощи другие. Баклажаны и т.д. и т.п. Я готовлю лопатусечкам своим. Всем привет, мои хорошие. Воскресенье вечер. Мы приехали с детьми и с мужем в магазин метро. Мне нужно было детское питание, каши, точнее. Вот я хочу показать вам не особо большой выбор каш. Вот, посмотрите, да? Пожалуйста. Особо выбирать здесь не из чего. В основном или рис, или это что, даже я не знаю. Тамбудай или... А, здесь перемешку. Короче, отдельно в основном рисовые каши. Вот. Остальные в перемешку все крупы. Выбора особо нет. И детское питание, вот, например, Аптамил, это типа нашего этого... как же она голубая называлась-то? Забыла, я детям тоже давал. И пюрешки вот. Пюрешки я особо не беру. Но пюрешки еще более-менее выбор есть. Более-менее. Но мясных пюрешек, например, в Турции нет. Сразу говорю, курица, мясо, такие пюре в Турции нет.
Так, и еще мне нужны были крупы всякие, манная, гречневая. Вот кто меня смотрел, наверное, знает, что я так и не нашла это все. Манная, гречневая и кукурузную хочу. Так, здесь сладость. Это огромный магазин, огромнейший. Я его особо снимать не буду вам, потому что здесь я снимала, в принципе, раньше. Так, здесь у нас в основном рис, по-моему. Ай-яй-яй-яй. Будда бакинный мак. Так, макарошки тоже нам нужны, в принципе. Анкара наши любимые. Перкачтаны сэндэсэч? Перкачтаны сэч? Так, нет, дальше нам точно не надо, это не этот отсек. Наконец-то долгожданная гречка. Она называется в Турции каравудай. И внизу гречка, каравудай, гречка. Наконец-то я ее нашла. Так, цена у нее 15,47, это, наверное, за килограмм. Наконец-то. Даже мамины детки, они, даже они устали. Сейчас еще бы найти что-нибудь мне для них полезное. Девочки, вкусные сосиски, которые хоть как-то похожи на наши. Вот они. Банвит марка. Я их нахожу только в Метро. Я не знаю, может, они еще где-то есть. Куриные, 4 сосиски бывают внутри. Цена 4,60. Остальное, все, честно сказать, я вообще не люблю местные ни сосиски, ничего. Аслан! Красивая машина? Тебе нравится? Белая, да? А ну-ка. Осторожно. Запутался со мной. Ай-я-я-я-я. Что там папа делает? Куда, солнышко? Какой ты у меня красивый. Да? Ты пошел, да? Сестренка одна осталась. Пойдем, 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 пойдем. Итак, мои хорошие, все-таки я нашла гречку, я показывала. Взяла сразу 2 пакета, чтобы снова не бежать. Гречку я варю детям часто. Мы ее любим, а найти ее, вот как выяснилось, здесь в Турции проблематично. В принципе, я и знала, что проблематично. По ценам сейчас подсказать не смогу на все то, что купили, потому что муж человек, видите ли, забыл в машине. Купила я семена, крупу, точнее, амаранта. Читала они очень полезная, очень-очень-очень-очень просто полезная вещь, и поэтому решила вводить в рацион детей. Купила кукурузную крупу, кукурузную кашу. Кукурузная каша тоже полезная, поэтому тоже мы ее едим. Я раньше варила ее и давала в пакетиках. Тоже сейчас будем дальше продолжать варить. И еще из детского питания. Кстати, это там, сейчас, секунду. Что хотела показать? Я хотела показать местную манную крупу. Вот, пожалуйста. Она очень крупная. И немножко, видите, бежевого оттенка. Сейчас я вам ложечкой ее покажу. Вот она. Видите, да? Почему не фокусируешься ты на том, на чем мне надо? Вот. Вот так она выглядит. Видите, какая она крупная? Цвет совершенно другой. Я из местной манки делала какой-то десерт. Она крупноватая получается. Ну, что делать? Другой нет. Если, девочки, кто знает, где продается мелкая манка, как наша, пожалуйста, дайте знать. Кстати, называется она Ирмик. Так,
Мы продолжаем. Что? И детское питание. Что я взяла из местных каш? Вот взяла что-то разное. Я взяла бибилак, хера, ну хера, херо, херой. Ну да, в принципе херо. Оптомил, бибилак, все разные, в принципе, хип-марки. Но взяла то, что, в принципе, разнообразие какое было, такое и взяла. Особо выбора нет. Вот. Это у нас... Что это? С этими... Это, по-моему, черника, да, или смородина называется. Банан, яблоко. Здесь рис я вижу. Пшеничка. Еще не знаю, что. Короче, то, что есть. Вот такие вот каши местные. Пацанам, если что, я подпишу. Если не забуду. Это большая упаковка. Здесь 500 грамм. И здесь это большая упаковка. Такую, по-моему, мы уже ели. Она сладкая. Хотя написано, что сахара нет. Но, наверное, от фруктов есть сладость. Вот. Ладно. Каши вот такие. Это намокло. У меня чего? Она намокла, интересно. Ну, внутри она в пакете. Отличные, прекрасные, вкуснейшие сосиски. Я просто готова об этом кричать. Вот этой марки. Кто не смотрел предыдущий выпуск, где я снимала в магазине, вот, пожалуйста, говорю. Банвит. Продаются не везде, вообще мало где. Поэтому имейте в виду. Сыр. Тулум сыр соленый. То, что мы любим. Без макарон мы никуда. Это макароны очень любим. Вот эта марка Анкара очень хорошая. Для деток звездочки. Как обычно звездочки. Так. Тонбалы, это тунец. Наконец-то я знаю, что это такое. Опять купили. Муж закинул в корзину. Хотя дома есть. Я не стала ничего говорить. И огурчики. По ценам, короче, я подпишу обязательно. Обязательно подпишу. Еще, по-моему, мандарины были, но их тоже я не буду снимать, доставать неохота уж. У нас ночь, сейчас мы будем с Зулечкой чаевничать. Дети спят. Где ты? Пол первого, наверное, да, уже, Зуль? 15. Да, 15 минут первого.